Всем привет! Сегодня готовлю торт проще простого. Быстрый, шоколадный, готовится буквально за 30 минут. Недорогой, из доступных продуктов и при этом очень вкусный. Чтобы не потерять рецепт, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые и точные рецепты. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 100 грамм сахара и начинаем хорошенечко взбивать миксером. Добавим 150 грамм растопленного сливочного масла. Сюда же отправим 2 столовые ложки вареной сгущенки. И продолжаем взбивать 2 минуты. 120 грамм жареных грецких орехов надо измельчить с помощью скалки в мелкую крошку. Отправим в тесто и еще раз перемешаем блендером. 300 грамм муки добавим 2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешаем. Просеем и замесим тесто. Тесто должно получиться мягкое и рыхлое. В миску присыпем мукой, кладем тесто и отправим на 30 минут в холодильник. Для крема возьмем 300 грамм 20% сметаны и добавим 250 грамм вареной сгущенки. Все хорошенечко перемешаем венчиком. Достаем тесто с холодильника, катаем колбаску и разделим на 6 равных частей. Переворачиваем противень дном вверх, слегка присыпем мукой. Раскатываем каждый кусочек скалкой, а с помощью тарелки сделаем ровный круг. Обрезки не убираем, выпекаем вместе с коржом. Отправляем корж в заранее разогретую духовку 180 градусов на 8-10 минут. Когда корж подрумянится, можно вынимать. Пока корж горячий, он мягкий, но когда он остывает, он становится хрупкий. Будьте осторожны. Обрезки собираем в пакет и с помощью скалки сделаем крошку. Вот такая крошка у меня получилась. И не крупная, и не мелкая. Формируем тортик, как обычно. Смазываем каждый корж один за другим кремом. Смазываем бока тортика. Посыпаем крошкой. Верх украсим орешками и растопленным шоколадом. Можно тортик отправить в холодильник, чтобы он пропитался. Но в моей семье его так любят, что до холодильника он не доходит. Тортик получился очень нежный, мягкий, вкусный. Всем приятного аппетита, друзья! Отличного вам настроения! Всего доброго! До новых встреч на моем канале!